О, это кто? Джейс, почти что... Это сын Джейсона. Это какой-то странный Джейсон. Сын Джейсона, я даже не знал, что такое бывает. Но ты О, вернулся. нет, там с винтовками, Ты чуваки. вначале вернулся, На, молодец. на тебе. А, черт, меня завалили. Теперь А я. давай за людей поиграем, я тоже хочу с винтовкой побегать. Открыть это без ружья. Ты можешь открыть, но только без Я ружья. понял. Бабуля Гренни, лови. А, нет! Кто меня убил? Ты высвободил Слендермена? Сейчас он... Ое! Ты его освободил и сразу же убил. Все, он умер. А, прикол. Я сделала невозможно. Да, и тебе, смотри, еще какой-то поинт дали, ну, очко дали за то, что Давай ты... Давай мы его закроем. Так, закрыл все. Всем привет! Red Cat, привет! Это снова мы, и сегодня мы играем в Roblox. Зону 51. Зона 51. Сейчас вы увидите разных всяких монстров из кино, из всяких ужастиков. Там даже Пеннивайз будет, да? И даже Фредди Крюгер. И даже Фредди Крюгер. Итак, мы начинаем. Димон у нас в игре. Выбирай. Сегодня... За человека или за убийцу? Давай сначала начнем с убийцы. Давай киллер мод. Давай. Итак, мы начинаем. Сейчас мы будем играть за убийцу. Здесь, короче, Любого. В этой игре играют убийцы против обычных людей, да? А почему я обычный человек? Ну не страшно. Да потому что не началась, наверное, игра. Все, смотри, сейчас команды начнут. Видишь, команды поменяются через 6 секунд. Опа, смотри, тут бабуля. Бабуля. А, Слендер тебя поймал. Жесть. Скример. Прикольно. Так, как респауниться? А ну-ка, один нажми, там, смотри, у тебя какой-то фонарик есть. О, ты Соник! Я Соник Экзе! Зомби-Соник какой-то! Так выходи вон дверь! А я не знаю, как ее открыть! А нажми просто на нее, нет? Ничего не происходит! Ой, камера, зачем ты меня снимаешь? Не снимай! Так, а и что? О, во, ты кто, Джейсон? Нет, я какой-то другой маньяк! Подожди, да покажи морду, ты же этот... Не знаю, вроде на Джейсона не похож, я не знаю, кто это. А смотри, что там, я знаю! Если вы знаете, кто, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, я не знаю! О, это что, тарелка летающая? Это НЛО. Так это же зона 51, конечно, здесь летающие тарелки хранятся. Смотри. Давай. О, это инопланетянин, они его достали. И смотри, надо сдать кровь. Ну-ка, вот это первое, давай. Что это? А ну-ка, гидрейт, это добавить воды. А что, не нажимается, что ли? Ну, поближе, да, вот так, поближе сделай. Поближе, 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 прямо от первого лица. Вот так. Ну-ка. Наверное, из-за того, что наш нож мешает. Наш нож? Ладно, давай, беги кого-нибудь уже найди. Вон он бежит, давай догоняй его. Shift нажимай, чтобы бежать. А он тут не умеет бежать. Черт. Смотри, мы в команде убийц. И у нас пока... Вот там появился радиоактивный зомби. О! Давай, ты сможешь его. Да, все, ты молодец. Одного у тебя один фраг есть, отлично. Беги еще. Так. И он у меня вообще жизни нет. А, да, осторожно, он сейчас тебя завалит. Бей, он бей, бей. Меня не отмывает жизни. Это кто, человек-муравей? Да. Давай. А, ты сможешь. А что у него жизни не показывают? Я его не прикоснулся, что... ножом я их... Сделай камеру поближе, а то непонятно, кого ты там долбишь. Вот, давай. На, во, есть, ты попал. Давай еще, и ты выиграешь. Давай, а то он тебя сейчас завалит. Давай. Ну, еще один удар ему. Нет, он сейчас тебя сделал. Будет у нас он монстр. Тебя сделал. О, я инопланетянин. О, ты за Эллина играешь. Прикол. Эй. И что делать? Эй, как мне выйти? Так тебя посадили в какую-то лабораторию, над тобой тут опыты проводят. Сейчас тебя, наверное, куда-то телепортируют. Не знаю. Как выйти-то? Что за нифига себе? Как это ты там сидишь такой? Может, рассадиться делать? А зачем? Это в этом и смысл игры, наверное. Чтоб торчать тут. Ну, не чтоб торчать тут. Сейчас, наверное, тебя видишь, ты уже все, ты в игре. Вот. О! Видишь, надо было подождать. О, это кто? Джейс. Почти что... Это сын Джейсона. Это какой-то странный Джейсон. Сын Джейсона? Я даже не знал, что такое бывает. Ну, смотри, что тут есть, смотри. Ну-ка, давай. Так. Винтовка. Это что, винтовка? Ее можно взять? Нет, это только для людей. Ну, давай, иди. Где людей-то найди? Нам надо фрагов, потому что мы пока отстаем. Так, а где-то у нас... О, ничего себе! Давай! Ты молодец! Итого, смотри, у нас два убийства, и мы находимся на предпоследнем месте. Нет, у нас вот так вот, у нас один убийца. Нет, у нас уже два, просто сейчас пока почему-то не засчиталось. О, Фредди Крюгер, видел, там стоял? Вот он, да. Фредди. Прикольно, вот бы за него поиграть. Так, ну ладно, давай, а знаешь, беги. Что тут это можно так сделать? Давай, вон люди.
Нет, тебя сейчас все. Однажды ты еще бабуля Гренни. Бабуля Гренни, может быть, ты сейчас за нее будешь играть? Нет, кстати, я только сказал, что вот бы поиграть за него, и мы, смотри, играем. Давай я поиграю. Ну-ка, бойтесь меня, людишки. А ты знаешь, как появлялся Фредди Крюгер? Он приходил к людям во сне. Он приходил во сне, и во сне их убивал. Это был такой ужастик. Я когда-то в детстве очень-очень сильно боялся. Даже ночью спать не мог из-за того, что мне было страшно. Так, ну ладно. Где вы, людишки? Оп, ловушка какая-то, нет? Нет, это тут. Открывать так. И закрывать двери можно. А как их открывать? Вот тут, на эту, на зеленую нажимаешь, и вот это вот сейчас откроется. А, и чё, а как туда пройти? Никак. Никак? А в чем смысл-то? Там в другом можно выходе пройти. Ой. Так. Ты, а знаешь, где ты появляешься? В столовой. Вон она. Девочка, по-моему, или это мальчик? Это мальчик. Сейчас я этого мальчика. Мальчик, иди сюда. У меня для тебя кое-что есть. Ну, можно я буду свистеть, как Балди? Да. Не Балди, а директор. Как директор, да. О, там же знаешь, кто я был? Это кто это? Из фильма «Крик». Нет. Или да. Блин, он забрал моего фрага. Вот ты даешь. Ну-ка, покажи свое лицо. Это вообще какой-то из «Звездных войн», нет? Нет, а там нет. Кто-то еще вырывается. Сейчас Фредди придет за тобой. Кстати, у Фредди есть какая-то считалочка. Раз, два, Фредди, что-то там, та-да. Надо вспомнить, надо посмотреть. Нет, там раз, два, Фредди Крюгер уже идет. Да, что-то там. А, он закрыл дверь. Нет, откройся дверь. Вот гаденыш убежал. А, тут два радиоактивных зомби. Я не дам тебе забрать мою жертву, это моя жертва. А, молодец, зомби закрыл. Молодец. Нет, там с винтовками, ты чуваки. Ты вначале вернулся, На тебе. А, черт, меня завалили. А давай за людей поиграем, я тоже хочу с винтовкой побегать. Смотри. Вау, радиоактивный зомби, прикольно. Давай, короче, перезайдем. Давай, я хочу поиграть за человека. Ты сам? Да. Ну и ты тоже, давай. Давай я первым начну, потому что я знаю одно секретное место. Какое там, место? Где есть автомат. Давай, классик мод. Автомат там есть. И что, его можно взять? Да. Но ты пока до него добежишь, тебя уже убьют. Нет. Эй, куда ты? Игра еще не началась. Началась. О, бабуля Гренни, смотри. О, так она всех валенькая. Прикольно. Все, ее убили. И Соник Икс тут. И Соника убили. Смотри, чтобы тебя не убили. А у тебя что, оружия-то нету? Его надо взять, что ли? Да. Оно сразу не дается? Нет. Как так? А смотри, что происходит с головой, когда... поворачиваю камеру вниз. Смотри, что с моей головой. Осторожно, это тобой Джейсон. Не Джейсон, а этот. Сын Джейсона. О, нифига, ты в какую-то вентиляцию зашел. Это вот там находится оружие сейчас. Откуда ты о нем знаешь? Ты уже играл? Где-то на Ютубе я увидел. А, на Ютубе смотрел? Ну понятно, вот откуда все секретики мы узнаем, да? Да, смотри. Так. Вот сейчас мы заходим. Тут у нас список заданий наших нужных. Так, у тебя там одна галочка вот уже стоит. Вот тут записка. Записка PR3. Find the secret path. Ты ее нашел, ты нашел секрет. А, о, секретный проект какой-то. You have found. Что-то там. Вот, смотри. Так. У тебя есть ружье, все, бери его. А, осторожно! Нет! Ты че, все кнопки подряд? Че, тебя убили? Да. Надо было вот троечку нажать ружье. Все, давай теперь я сыграю. Давай. И что, туда же надо идти за пушкой? Нет, не обязательно туда. Там куча, вот там лабиринт. Да, ну давай. Пунк. Все, игра уже началась? Да. Окей. А тут без раундов. Let's do this. О, что с ним происходит? Это Чаки. Чаки, что с тобой происходит? О, Слендер. А, черт. Он нас забрал. Такой. Ты покажи в камеру, как это ты сделал. Вы видели это лицо? Так, давай, идем. А, Слендер исчез. А кто меня? Вот Слендер. Обалдеть, так нечестно. Ну ладно, все, я теперь разозлился. Он же исчезает, смотри. Я теперь разозлился, секретный зомби там какой-то стоит. Опять Слендер, уйди отсюда. Тот зомби, это вообще-то игрок. Че он тут тусуется, блин? Это игрок был. Я вам покажу, откуда этот зеленый костюм. Да не, мне не нужен зеленый костюм, подожди. Я хочу взять винтовку и показать этому Слендеру, как, где раки зимуют. А вот он уже. И там бабуля Гренни еще. А, еще и какой-то за мной этот идет. Чаки. Куда я пошел? Здесь есть от них вообще возможность спрятаться? Это патроны. Патрон. Так а зачем мне патроны? Мне не нужны патроны. Видел, как я его обманул? Вон того пацана забирай.
Я хочу свою винтовку. О, Windows заставочка. Грэнни. О, Грэнни, 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 уходим. Я пока что безоружный, я не Давайте могу ничего я покажу, делать. Куда надо. Так говори, лево, право. Вот туда, вот туда. Направо, окей. Так, вот в тот да. проход. О, ускорение у меня есть, смотри. Я теперь могу бегать. Теперь вон туда, вон туда, вон туда, быстрее. Так, так, так. Запрыгивай, вон там весь. Есть веревка. Вот сюда запрыгивай, так. там лестница. Лесенка, быстрее, все, я помню, ты уже тоже здесь только что был. Так, бегом, бегом, бегом. И сейчас у меня будет винтовка, я вам покажу. Не винтовка, а автомат. Я вам покажу злыдни. Настоящие люди всегда выигрывают. Добро побеждает. А, слушай, там Фредди Крюгер был. А куда мне идти? А вон Фредди Крюгер. Вот так сюда. Где мне винтовку взять? Вот там желтая комнатка была. Вот там, вот там, вот там. Вот там, вот. А, я только взял, и он меня убил. Ну так вообще нечестно. Ты его не взял. Дайте мне винтовку. Давай еще разок, ну. Сначала нам нужно... А знаешь, что есть еще где-то... Реально, знаешь... О, это Дэдпул, что ли? Смотри, нет, у него... Нет, это какой-то курица-зомби, я знаю. Нет, я имею в виду, у чувака сзади два меча было, как у Дэдпула. Он себе купил, видимо, такой скин. А, они завалили, у него нет ног. Да, они его убили. Так я тоже хочу оружие, блин. Его, наверное, надо купить за робоксы или что такое? Как его взять-то? Там можно одно оружие купить за робоксы. Надо было сразу мне сказать, я бы закинул робоксов, сейчас купили бы пушку. Ну ладно, в этот раз доиграем уже без пушки. А знаешь, как называется эта пушка, которую можно за робокс купить? Как? Это РПГ. РПГ, так это Rocket Launcher, это РПГ, это вообще гранатомет получается, а не ружбайка. Смотри, вот сейчас... Так. Вот сейчас вот надо этого обойти. И вот сюда, вот сюда. Вот. Оп, молодец, молодец, бери, все, выбегай, выбегай. Да. Ну как так? Так, кстати, давай. Как тебе мой аватар? Мне уже стало интересно, сейчас я им покажу. Как да? тебе мой аватар? Аватар у тебя крутой. А вот эту собаку я назвал Стив, вот эту вот. Которая у тебя на плече сидит? Да. Так, вот смотри, можно оружие купить. Сколько стоит? Покажите цену мне, пожалуйста. Ты должен на нее прям встать. Озвучьте цену. Ну что, продолжаем? Да, мы себе прикупили робоксов. Мы закинули робоксов заодно уж раз уж. И купим себе эту тачку сейчас. Не тачку, вернее, а оружие, да? Так, подожди, дай. Да, нажимаем buy now. И я надеюсь, мы будем появляться теперь с этой пушечкой. Тебе нужно это... Вот. Да, все, Дим, не трогай, я же управляю. Все, окей, я теперь еще и с джойстиком. Ну все, бойтесь теперь, враги. Погнали, да? Да, она навсегда останется. Ну отлично, я этого и хотел. А то мы начинаем без оружия и все, так, открываем дверь. А мне когда-нибудь можно поиграть? Так, а как, интересно, на джойстике дверь открывать? Никак. Да вот, все, я разобрался. Ну что? Опачки, Гренни. Ну, нет, на джойстике невозможно управлять, дай. Убегай. Блин. Все, я его завалил. А дай мне. Нет, не дам, подожди, я этот уровень уже сам пройду. Все, я теперь знаешь кто? О, я теперь ворошиловский стрелок, смотри, вид от первого лица, практически дум. А, я туда не смог зайти. Это кто? Враг? Нет. А то я не вижу. О, ты видел, какая там ружбайка была? Такая пушка у нас на пол экрана. А, иди сюда. Это же свинь Маквик такой. Ну. Так, а релоад не надо? У нас 29 патронов. Есть, смотри, я перезарядил. У нас теперь в обойне. Ну давай сколько? 50. 50 выстрелов мы можем произвести. Так, дверь. Что, не открыть? А, вот же. Ты же сам говорил, что здесь. Нет, без оружия тут можно открыть. А-а-а. Нельзя с оружием открывать. Я знаю, вот, все. Все, окей. Я видишь, тот еще роблоксер. Давай, погнали. Ну я круче роблоксер. Да, ты круче. Но ничего, я все равно сейчас покажу всем этим Джейсонам. Я видел Гренни-то, я уже все. Гренни уже на моем счету. На, хедшот. Ха-ха-ха. Так, кто еще? О, еще один хедшот сразу. Легко, изи, как говорится, да? Угу. Так, кто там? Кто там? Давайте еще, где Фредди, где? Где эта сволочь, которая меня убила в прошлый раз? Смотри, мы пушечку еще себе взяли другую. Это винтовка. Винтовочку, да. Ведь теперь не страшно. Мне теперь вообще не страшно ничего. Так, ну-ка, где у тебя они? Есть и винтовка, и ружбайка. А зато врагов нету. Есть винтовка, есть ружбайка. А врагов нету. Знаешь, что у нас нету? На балансе чуть-чуть робоксов осталось? Я знаю, что у нас остались знаешь, робоксы. Знаешь, что я на это куплю? Что ты на это купишь? У меня еще нету новых штанишек. Ты хочешь купить себе одежду? Знаешь, какие штаны? На, еще один. Какие? Я нашел штаны такие под цвет оранжевый с Адидасом. Да ты чего? А еще я нашел такую шляпу в виде кота.
Димон у нас фэшн, фэшн-роблоксер. Понятно, а да. Он знаешь какого цвета? Рыжего. О, рыжий кот у нас будет? Да, реально. Так, да ладно, а где все-то? Так, я эту винтовку уже взял. Где все? Они... Где, бро? Вот он. А, бойся, на тебе. А давай я поищу слендермена. Сейчас, подожди, я сам его найду. Подожди, сейчас мой уровень, сейчас меня завалят. А, туда, наверное, нет смысла падать, да? Нет. Или смысла. Есть? Нет. Ай, чё ж ты не сказал? Ты сказал, но поздно. Ну ладно. Так, ну давай, 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 давай. Мне нужны еще фраги. А знаешь, что слендера вообще невозможно убить, кроме в Roblox? Да? Да. В смысле, Roblox. Кроме в Roblox? А, ты имеешь в виду в реальной жизни? Не, в реальной жизни нельзя его убить, а в Roblox можно. Смотри, они обои тут застряли. Это тот его этот убил, что ли? Парень, который нет, только что убил. Нет, они все еще живые, просто они расколбасились. Так, почему-то одни люди, а где злодеи? Когда я был без ружья, злодеев было целая куча. Сейчас, вот не там, подожди. Вот там, вот там. Подожди. Там есть слендер. Да? Да, вот там, когда ты откроешь дверь, там будет слендер. Нет, ты не должен открыть это без ружья. Ты можешь открыть, но только без ружья. Я понял, бабуля Гренни, лови. А, нет, кто меня убил? Ну, тот, которого ты убил. Черт, ну я все равно нормально фрагов надел. Давай теперь я. Давай, теперь ты разочек, посмотрим, что сейчас у тебя получится. Я сейчас знаю, что хочу сделать. Ты от третьего лица будешь? Самое невозможное. Что ты будешь делать? Убить Слендермена. Слендермена? Да. Кстати, скоро 16 августа выйдет Слендермен. Кино Слендермен, да, фильм? Так ты ружье-то возьми в руки. А, ты без ружья специально? Я пока что, чтобы открыть дверь. Окей, а как ты делаешь, чтобы у него в руках ничего не было? Ну, просто нажимаю 2 это взять, а 2... А, ее же надо нажать еще раз, да? Все, понял. Сейчас там будет. Ты высвободил Слендермена? Сейчас он... Ое! Ты его освободил и сразу же убил. Все, он умер. А, прикол. Я сделал невозможно. Да, и тебе, смотри, еще какой-то поинт дали, ну, очко дали за то, что давай ты... Давай мы его закроем. Так, закрыл все. А, ты понял? Ты там был инопланетянином, когда ты был закрытый. Там точно так же надо было дождаться, чтобы тебя кто-то выпустил, понял? Да. Прикольно. Слушай, ну классная игруха, тут можно и за монстров поиграть, и за людей. Смотри, это какой-то мертвый нубасик. Нубасик, да. Кстати, ты знаешь, что я видел? Футболку нуба. Какую еще футболку нуба? Ну вот такую вот, желтая и синяя. Ладно, давай, ты... А, Пеннивайз, Пеннивайз! Ааа, тебя оно сейчас убьет. Ты давай, бери ружбайку. Вали его. Да, ты его сделал, молодец. Смотри, а, тебе... там еще кто-то был. А. Тебе дали награду за 10 убийств. Все, все, хорош, так, и дальше. И еще. Да эти уже мертвые. Ты патроны тратишь, у тебя патроны кончаются. Перезаряжайся, R нажимай. Все, у тебя перезарядка пошла. Бабуля такая лежит. Прикольно. Да все, не трать патроны. Они же кончаются. Тебе потом придется бежать. Так и понятно, давай еще, где здесь кто есть. Слендермен лежит. Ты слышишь, какой звук, когда Слендермен? Ну, как этот, как у него такие эффекты. А давай ему в голову стрельнем. Давай. Ну все, ладно, давай дальше, поехали. Пеннивайз. А я, знаешь, нашел, где радиоактивный. О, давай, где радиоактивный, там зомби, запрыгни к ним туда. Есть они там? Нету никого. Сейчас они появятся. Сейчас появятся. Нету никого. Выходи назад. Давай, там уже другие монстры. Ой, ой, ой. Вон там кто-то. Фредди. О, Джейсон, Джейсон. Ой, Фредди, да, давай. Все, он уже мертв, иди туда дальше. Вон бойтесь, кто-то идет. Бойтесь. О, это сын Джейсона, как ты говоришь, да? Все, ты его тоже сделал. Еще и один. Крик, давай. И кто это? А, я не знаю, кто. Ты что-то мимо стреляешь, но ты ему в голову попал. Это был хедшот, круто. Так, ты пока держишься еще. Тебе уже столько очков там надавали, всяких поинтов за то, что ты прошел. Да. Молодец. Так, это кто? Это о, Фредди. Это Фредди, Фредди. Все, Фредди тебя сделал. Да. Класс. Ну что, классная игруля? Да. Мне тоже очень понравилось. Ну что, а на этом на сегодня все. Обязательно поставьте лайк нашему видосику, да? Да. И что еще надо сделать? Подписаться. Конечно, подписаться. Обязательно подпишитесь. Не забудьте, что новые видео у нас теперь будут выходить почаще, так что не пропускайте. Все, всем пока. 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 Пока.